маленьким Джоном случилась очень печальная история. Бездомный кот забрел на стройку, где вечерами укрывались проблемные подростки. Кот несчастлив. Мало кто подкармливал его, зато люди часто выгоняли животное со двора, заставляя мерзнуть на улице в холодные зимы или мокнуть под осенними дождями. Неоднократно в его судьбе были битвы за еду, воду, собственную безопасность, крышу над головой. Подростки схватили Джона и бросили его, словно приманку, в стаю голодных бродячих собак. А потом веселились, наблюдая звериную войну, как он один стоял против всех, защищая свою жизнь. Но у него не было шансов. Уже через несколько минут маленький Джон лежал на промерзшей земле, весь в крови, с прокушенным позвоночником. Дети засмеялись и убежали, а он остался один, не в силах даже ползти. У кота болело все тело, все, кроме двух задних ног. Но не потому, что они были здоровы, а потому, что они были полностью парализованы. Его нашли только утром, сторож подобрал кота и отвез холодное тело в больницу. Впоследствии Джон прошел через очень многие процедуры и испытания, однако у нас есть радостная новость. Сегодня котик способен бегать и играть, в общем, делать все то, чем заняты его здоровые сородичи. Посмотрите, каким чудесным котом стал маленький Джон.